Следующий наш сюжет посвящен более торжественной теме, теме бала, которая становится все более актуальна в Крыму. Бал прямо сейчас. Затаив дыхание, они старательно ловят треугольники вальса, учатся ловко кланяться, правильно ходить, грациозно протягивать руку. Ученики Ялтинской школы готовятся к первому в жизни балу. Как сказал Пушкин устами Евгения Онегина, «Я возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал». В Ялте готовятся к проведению премьерного кадетского бала. Специально для светского раута хореографы разработали программу. Атмосфера праздника должна соответствовать всем традициям офицерского бала середины 19 века. Для исторического соответствия кадеты разучили вальс, мазурку, кадриль. Впрочем, весь список танцев организаторы держат в секрете. Танцы сами по себе исторически, ну, скажем, начальные, они достаточно легкие. Дети абсолютно не танцующие, мы только начали. И то, что вот на данный момент мы можем показать, это очень большой прогресс. Потому что все-таки с сентября и за полгода выучить 12 танцев, которые мы будем показывать, это сложно. Кадетский бал – это не просто демонстрация нарядов и тонких манер. Это способ сплотиться в одну команду и научиться доверять друг другу. История кадетского корпуса уходит своими корнями во времена становления Российской империи. Первые такие училища были созданы по инициативе генерал-фельдмаршала Минха и были задуманы для воспитания будущих офицеров в царской России. В 1920 году здесь, на территории Массандры, было организовано массандровское отделение Крымского кадетского корпуса. Очень важно, что кадетский корпус просуществовал для нескольких поколений в 20-е годы, а его выпускники стали воинами во многих армиях Западной Европы, прежде всего сражаясь с фашистскими захватчиками на территории других государств далеко за пределами нашей Родины. Теперь, спустя почти 100 лет, ялтинцы решили возродить добрую традицию патриотического воспитания молодежи, открыв кадетский корпус в общеобразовательной школе. Дети в этом году только стали кадетами. То есть в Ялте не было кадетского движения. И когда они первый раз принимали присягу, мальчики все расправили плечи. И когда мы видим вот этот эффект на детях, да, когда именно у детей загораются глаза, у детей просыпается желание погрузиться в эти традиции, то мы понимаем, что все, что мы сейчас начали делать, это правильно. А пока девочки разучивают традиции балов и продумывают прически, мальчики тем временем начищают ботинки и наглаживают парадные мундиры, а также продумывают, с кем будут танцевать свой первый вальс. Собираясь на бал, самое главное – уметь правильно пригласить даму на танец. Александр Ткачев, Андрей Псом. Утро нового дня.